Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Симаков предложил желающим покупать муниципальную землю. Идею, исполняющую обязанности главы администрации Кирова Вячеслав Симаков, высказал в своем телеграм-канале. По его словам, в городе немало заброшенных участков, которые могли бы быть вовлечены в оборот. Речь, по его словам, конечно, не о тех, что расположены в центре и появляются, например, после сноса аварийных домов. На таких участках, говорит чиновник, строить нельзя. Город будет благоустраивать их как скверы и различные общественные территории. А вот те, что расположены в промзонах, на удаленных и в сельских территориях, использовать можно и нужно. Всех, кто заинтересован в покупке такой земли, Симаков призывает обращаться в администрацию города, и там рассмотрят возможность продажи участков на аукционе. Цитирую, каждый кусок земли должен иметь владельца и использоваться, отметил градоначальник. Экономика. Кировчане берут ипотечные каникулы. За 4 месяца с 1 марта по 30 июня ипотечные каникулы в Кировской области были предоставлены по 15 заявкам на сумму более 40 миллионов рублей. Также кировчане воспользовались возможностью взять кредитные каникулы по 500 договорам. Общий объем средств по ним составил 200 миллионов рублей. Воспользоваться кредитными каникулами можно с 1 марта. Они предоставляются как физлицам, так и индивидуальным предпринимателям, рассказал управляющий отделением Киров Волговятского главного управления Банка России Сергей Крюков. Кредитные каникулы предоставляются в случае, если ваш ежемесячный доход снизился не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2021 год. Во время льготного периода должник освобождается от всех платежей. Штрафы и пени не начисляются. Продолжительность льготного периода может составлять до 6 месяцев. В этот период кредитор не может продать находящуюся в залоге квартиру или машину. Воспользоваться кредитными каникулами можно один раз по каждому договору. Также у кировчан есть возможность реструктуризировать кредиты. В эфире «Экономика». В Кирове ищут укладчика печенья и утюжильщика. Эксперты сервиса по поиску работы HeadHunter проанализировали вакансии Кировской области и подготовили подборку самых необычных. Одно из таких предложений, например, укладчик печенья. Заработная плата до 36 тысяч рублей. Работодатель уточняет, что такой труд подойдет для начинающих, которых готовы обучить тонкостям дела. Еще в Кирове требуется промышленный альпинист. За работу ему готовы платить до 70 тысяч рублей. За труд утюжильщика предлагают 20 тысяч. Разыскивается и повар-блинопек. Ему заплатят 32 тысячи рублей. Колористу, который должен смешивать краски для получения нужного оттенка, будут платить 22,5 тысячи. Самая достойная зарплата среди представителей нестандартных для Кирова профессий предлагается геодезисту от 130 до 150. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Программа «Экономика».